Вот вопрос, кто больший лох в нашей стране, в Украине, нынче? Политолог, все сведущие, знающие преисподнюю манипуляции технологий, аналитики, которые все знают, может сопоставлять и анализировать. Или простой обычный украинец, который, ну, может, не имеет аж таких способностей к анализу, потому что он работает на обычных, простых, принес, отнес, или более непростых работах, чтобы прокормить свою семью. Но и в этих работах, и в других работах, более сложно сочлененных, он под гнетом, под прессией, как коррупции, так беспредела чиновнического. И ружные, вот как на митингах, вот эти речевки, которых повторять, ну, слишком слащавые они, слишком пафосные, потосные. И тут мы берем к примеру, что априори не может быть, как бы, лохом, образованный, начитанный человек, всесведущий, там, в политике, в аналитике, даже в теологии и тому подобнологии. Конечно же, ну, как таковым лохом не может быть. А де-факто, априори, мы же видим 1917 рок, как в Санкт-Петербурге большевики вырезали практически весь город. Вот этих всесведущих элиты чернь вырезала беловоротничковую голубую кровь элиту тогдашней России. Так кто на тогдашний уровень знаний и тому подобное, не было же интернета, оказался большим лохом? Вот интересно. Простых прикладов очень много для примера. Что, ну, вот сидят в окопе солдаты, а там враг наступает. И вместо того, чтобы идти в атаку, побеждать там врага, делать там рекогносцировки местности, там всякие дела вот эти военные, приходит такой командир-политолог и начинает бла-бла-блашник разводить, тем самым деморализируя мозги вот этого солдата, который, ну, не только в тупо должен подчиняться приказам, естественно. Мы же видим на примерах нацгвардия Рошеновская, что вытворяет. То же самое, что вытворяла практически нацгвардия Януковичевская. И получается, вместо того, чтобы идти на правильную атаку, или народ вообще не идет на эту атаку, или сидит, слушает мямли, покуда не приходит более сильный оккупант, как хотите называйте, и не завладевает вот этим народом биомассой, которая, ну, не сведущая, но которая начала слушать вот этих умненьких политоложков, и не только, а и политичков и тому подобное. Даже масс-медиа от правоцентристских и ультраправых объединений тоже говорят, да нам рыгать охота там на тех парохоботов. Ну, а что толку с этой рыгачки? Ну, выметывание желудка, что с него толку? Что прибавится или убавится? Все как было, так и остается. Вместо бороться, они рыгают. Ну, и что, и дальше. Тех наших, да, убили, тех братьев убили. А что дальше? Мы рыгаем на тех. Ну, а что дальше? Что, ну, все. То есть не только политологи, там, и украинцы обычные, простые, под всплеском эмоций, что, а, вот же ж, вот, мы ж, сейчас мы власть возьмем, и все будет круто, я буду ходить там в падишахах. А когда начинают поджаривать от чела, тогда срабатывает внутри психологии инстинкт самозахования, самосохранения. Другими словами, ну, не всегда, но часто в таком антураже малодушие. Очень хорошее определение. И вот как было перед 1 марта в облраде в Харькове. Половина осталась истинных. Они боялись тоже, но они остались. А вторая половина сдрыснула с облрады. В это время был в Киеве. И перед этим, вот когда там лазили в кризис-центре, всякие тоже политоложки, которые потом составили там власть. Чалы, помощники его, замы. И вот такой маленький сюжетик, когда вот один из организаторов этого кризис-медиа-центра, там, где говорились и хорошие вещи, но там, где и забалтывалось бла-бла-ниной, вещи
когда бороться реально надо было. А оно не боролось, потому что оно забалтывалось. И вот в этом забалдаже, после какой-то пресс-конференции, короче, неважно, подходит, ну, один из организаторов вот этого крис-медиа-центра и говорит: мне только что позвонили, едут на Киев 6 БТРов, перетнули российский кордон и едут на Киев. И дивиться на меня. А я дивлюсь на него. И я мислю собі: а чого він на мене так дивиться? Нібито у мене в руках не фотик, не фотоапарат, а птур або джувелін. І я зараз, як представник Майдану, зараз пальцем кивну і скажу: так, наперед, беремо джувеліни і зараз ту фігню знищимо, цю сепарну окупаційну тих, котрі їдуть брати Київ. От такі настрої були тоді в суспільстві, а ті вже олігархи вже давно повтікали. ДОПа, ГЕПа всі повтікали тоді. І в Києві практично всі повтікали. Ну, потім приїхали обратно, коли лафа і маліна почалась. Но діло в тому, що він имел в виду, він так смотрел і так это предоставлял, що ну, їдут БТРи, перетнули український кордон. А вокруг там люди, сніжки граються. В принципе, как и на Майдане. В кафе сидят, тут Майдан, кровища льется, проукраинская, самая лучшая кровища. Они там сидят в кафешке, там жрут сучары. Так и тут. Люди себе ходят, гуляют, гагалки. Тут БТРы едут на Киев, а он стоит и перепуганный. Что ж делать? То есть, если бы в 2014 году ломанулись бы вот эти все политологи вместе с беженцами, миллионами и миллионами украинцами, которые бегут от танков, российских вертолетов и тому подобное на Запад, то вот эти политологи могли бы еще закосить бы под бедных овечек, которые деморализировали дух украинцев, дух борьбы, армию, вот эти все бандаренки, продырявленные всякие, баблом Януковича, ворованным с украинского бюджета и тому подобное, гопническим баблом. Вот политологи на гопническом бабле Януковича и то бабло, которое разваливало армию, придя в 2014 году, которая толком и не могла и выехать как бы со своих боксов. Там, где обвиняют Тимошенко, что она говорила, что не дай бог, чтобы один танк не выехал. Ну а толку, чтобы он выехал? Большого. Позывание к крупномасштабке. Тогда как АТО, тогда считалось это избавить по 10, 20, 30 человек, которые занимали населенные пункты, такие как, к примеру, Лисичанска, таких были сотни. Или призвание к борьбе самой украинской нации, как выходили 40 тысяч в Харькове против сепарства. Что было тогда лучше, я думаю, на тот момент, на те недели, это было все-таки немного лучше, чем выплести из пару боксов, пару неездящих практически из-за этих сучек продажи гнидополитологов за гопническое бабло Януковича. Но также бежали бы, утекали бы и позитивные, хорошие политологи проукраинские, потому что им бы тут бы при оккупации сразу снесли бы бошки. То тогда бы, в 2014 году, это еще могло бы прокатить и закосить под Майма-Шумайма. Грузия, Чечня, теперь Украина. Так сколько той Грузии, а сколько той Чечни, а сколько той Украины миллионов? А сколько той Украины было еще в два раза больше во времена, в 18 году, ОНР, Народной Республики? И что? Вышло только 300 спартанцев, подкруты, героев. А остальные сидели, поджавшу землю христианам, заводы рабочим и тому подобное. Вот атеистический режим и принес землю христианам и рабочим и тому подобное. Голодомор. И понимающие это, конечно же, добробаты украинцы, простые своим пузом, пошли боронити и захищати свою вітчизну, неньку Украину, кохану, воспетую на Майдане. Но потом пошли котлы, а сейчас пошел обмен продолжатель этих котлов. Ну и, конечно же, обмен военнопленных – это огромный позитив. Какой бы ватной эта власть и коллаборантской с преступником Путиным не была бы, но негодив
одновременно же и в другом этот негатив, что эта власть также и остается преступно-котловой. То есть загоняем бойцов в котлы, а потом, чтобы поддержать на медиах, пиарски, через технологии, поддержать эту власть, потому что это ж обмен, это справедливое мероприятие. И оно идет в зачет пиаров, позитив для власти. Ну а поскольку власть негативная, коррупционная, предательская, которая заводит сначала этих бойцов в котлы, а потом обменивает для своего пиара, то получается само вызволение и обмен несправедливый, конечно, для стороны Украины, но сам он позитивное действие. Ну а оставание этой власти как коррупционный клопотник — это огромный негатив, конечно же. То есть в 2014 году, если политологи бегут вместе, ну, с чемоданами, вместе с другими украинскими беженцами, миллионами, в Европу, их там принимают, дают эфиры, хоть какие-то там переводчиков, шмоводчиков, и они там лепечат. Но сейчас, по прошествию столько времени, войны, и опять та же самая тресканина, вместо сплоченности, вместо показания того, что говорящие правильные вещи, но в своей истоте коррупционная власть не может быть вообще присутствовать в Украине как в таковой, в которой война идет. А они втуливают фуфло, высасывают с коррупционного пальца те же самые технологии политические, как и во времена Януковича. И мало того, они еще и сами повылазили, те говоруны, которые воняли, довели армию, довели дух украинский. И они сейчас также продолжают. Рыги повылазили и тому подобное, вся остальная шушера. То есть сбивает дух украинцев бороться, сбивает эти мерзоты единство армии простых украинцев, ну и силовиков также. Бороться, этот дух сбивает, мотивационность, целеустремленность, цель бороться за державу, а не слушать вонючую хрень и текать потом на Запад, зарабатывая мытьем посуды у ляхов, ну, у наших друзей поляков, другими словами, которые смеются, что ж вы там отдали все и прибежали к нам. Ну ладно, это уже понятие третье, что они отдали, это мы тоже знаем, и кем они были и тому подобное. То сейчас, прибежав в Европу с беженцами при крупномасштабке, вот эти политологи с чемоданами будут упакованы и растушеваны, ну, скорее всего, в столовых. Потому что на европейские эфиры их допускать никто не будет, потому что... Поскольку они и дегенеративны в своем обличии, что касается веры, что касается постулатов христианства и тому подобное, но настолько они и не идиоты, чтобы вот эту шушеру всякую, которая довела Украину до забожения, до войны, допускать до эфиров. Go нафиг в столовых полы мыть. И там рассказывать стульям и тарелкам при мытье, какие они великие нахрен политологизаторы украинской идеи, по-другому сказать. А обычные трудяги, украинцы, они всегда там найдут почетную работу в почетных странах, которые уже хотят открывать квоты свои, потому что там их, нормальных украинцев, зарабичан, никто не будет называть иммигрантами, бедненькие приехали, о, что вы тут наводнили, дешевая рабочая сила, сами мы не хотим работать, блин, едем на Запад, а вы тут еще приехали мешать нам. Ну, идиотизм вот этот в Польше, потому что там идет такая же туповатая, ну как, она вроде бы и нормальная, национализм, но он имеет такие формы хронической усталости пердальнентой, такой идиотизма, такого смешанного греха с эгоцентризмом, чистая клиника эгоцентрическая. Одел шапку Мономаха или Наполеона и бегает, кричит, что мы Польска для Польш, поляков там, ну, раньше кричали Украина для украинцев, потом будут кричать Европа для европейцев, да, в Америке кричат Америка для американцев, как Трамп это делает, вроде бы позитивные вещи, но он забывает, что вот с этим позитивизмом Америка для американцев, забывает, что Америка играет во всем мире центральную, вертикальную роль, потому что если не будет она такой роли играть, то вот эти все маленькие государствишка, они начнут опять между собой
гыр-гыр, чав-чав, как Венгрия со штанялым этим Орбаном. Начинаем грызню между собой. Чем пользуется Россия? Сталкивает лбами этих дурачочков эксцентричных. Тобто, что можно Трампу и Америке, то нельзя вот этим маленьким дурачочкам, которые начинают лоб в лоб себя бить, резать, кровь течет. А Россия приходит вот этих слабеньких уже, порезавших друг друга, пух, и завладевает ими. Экономикой там скупает и тому подобное. Делает им маленькую Сирию. Что там, естественно, начинает возникать в этих маленьких странах, которые между собой гыр-гыр, ультранационалистические группировки, которые начинают резню, а потом начинаются там какие-то псевдоидейные у них хахеры-махеры. И тогда получается мини-ИГИЛ, только европейским, антиукраинский ИГИЛ там в Венгрии или еще где-нибудь, которым пользуется Россия. Потом начинают бомбардировки той же Украины, потому что у нее появляется как бы усправедливение к этому. А потом она награждает своих вот этих вертолетчиков, летчиков, которые скидывают на мирные города. Ну, они мирные, только под оккупацией ИГИЛа были, но в борьбе как бы с ИГИЛом она уничтожает не то, что просто инфраструктуру города, а больницы, шпитали, там, школы и тому подобное, мирные заклады, мирные здания. Здания предназначены для мирной жизни, для мирного населения, обслуживания мирного населения. Ну там иногда могут забраться пару боевиков. Или не пару. Но и на Донбассе то же самое. Боевики заходят за жилые здания многоэтажные. Начинает, ну, куча видео всего этого. Начинает обстрел по украинской территории, тоже по мирным жителям. Но отвечать туда нельзя. Но если начнется подобие крупномасштабки, потому что дальше ж так нельзя. Надо ж или освобождать эти территории, что-то с ними же делать нужно. Если мы видим то, что вещали порошенковские СМИ, не только порошенковские, многие идиотоманы вот этой идеи, что да, надо, значит, нам подняться в Украине, тогда все к нам прибегут. Ну, и уничтожат свои вот эти марионеточные сепарные уряды, правительства, и прибегут, да. Дофига прибежали, уничтожили в Молдавии, выбирают то коммунистов, то якобы проевропейских, но в сути коррупционеров, или в Приднестровье. Дофига они взяли, кинулись, да, пошли на российскую группировку и взяли, сделали революцию, и ого-го. Ну это же все мистификация, естественно. Но или они идиоты, или они не понимают, что все-таки из ничего, взявши что-то, Россия же так просто так не уходит. Ну, куча примеров, я же там не великий историк, чтобы их приводить, но их куча, там, от Финляндии, там, Карелия, или еще куча вещей, которые Россия как позабирала, а там оно полумертвое, и никто ни оттуда никуда не уходит, а наоборот, это как предмет торгов на те годы был, чтобы продвинуться еще в своей доминации для политических торгов, а те территории преобразовываются, вот эти все просрации под российским марионеточным урядом. И люди там пребывают в средневековье совковом, в таком, в котором мы еще вчера пребывали. А еще позавчера там целовали там пионерские галстуки и тому подобное. И не только на левой части в Украине, а и в правой тоже. Потому что люди, ну, по слухам только приобретали себе информацию, и то в корне извращенную о героях УПА, которыми, к сожалению, сейчас пользуются многие пиарщики для того, чтобы продать только. Как говорится, существуют сейчас вот хорошие сомполитологи, которые такой создали как бы идеологему о консенсусе галицкого национализма и продажной коррупционной элиты теперешней Украины, которая ведет войну с оккупантом. Такой консенсус и не туды, и не сюды. И не бороться с коррупцией, и не продвигаться, и ждать, покуда здесь благоденствие начнется. А благоденствие здесь никогда не начнется при коррупционной элите, правителях, власти, панства, государства Украины. Ну, такого априори не может быть попросту. Потому что вот сейчас в Польше пришла националистическая элита
во многом мы ее переучиваем, чтобы она не была такой дурковато-националистической, а была пронационалистическая, и Украина, и Польша, как маленькие страны, чтобы не сталкивались и тому т.д. и т.п. Чтобы они разумели, они только бегали с популистической херней всякой, не понимая саму силовую глубь процесса, а желая снова продать, скинуть, вкинуть и ломануть эту Украину для своих преференций, для своих благ. Мы, конечно, против этого боремся. Так вот, и у них, когда началась борьба с коррупцией, как таковая, то цены на многие коммунальные и тому подобное начали дешеветь. Многие сферы начали для обычного обывателя становиться более доступными и дешевыми, как и услуги и другие вещи. Потому что начали лупить вот этих российско-продажных сук чиновников, коррупционных, и схемы, и в судах, и тому подобное, выносить на явь. Так вот же, какой национализм лучше для Украины? А вернее, точнее сказать, приемлемый больше для соборности Украины. Галицкий национализм Ирина Фарионовский? Или все же таки национализм галицкий с бута ноги Владимира Парасюка? Как для меня, конечно, склоняюсь по стороне Парасюка, потому что он все-таки ближе и откровенней, я так считаю, для большинства действенных националистов украинских. Потому что он в политике более действенный, нежели Фарионовский о дочках Машах, которых этих дочек Маш, их мамаши, назвавшие Машей, должны автоматически вывозить в Россию, потому что это не украинское имя и тому подобное. Ну, также билибердизм в форме национализма. Хотели как лучше, а вышло то, в чем же определяется интегральность украинского национализма и интегральность польского народового католицизма, ну тоже национального католицизма, народовый у них как национальный звучит. В точке сидения определяется твое мнение. Когда ты не при власти, ты бегаешь, заботишься, пишешь постулаты, манифесты и тому подобное. Как пришел к власти, все, начинается сдача, буксование, бабло, власть. На чем свет стоит? И совершенно прав пан Семашко в своей аналитике, которого, кстати, незаконно выгнал Ющенко, потому что подумал, он старый кучумовская элита, значит, он сейчас быренько тут почистит вшиско, и Украина сразу зацветет и тому подобное. Звідки професіонала з посади, до речі, згадайте 2004 рік, якщо перекласти, ну, до речі, ваш покірний слуга був знятий з посади голови Служби безпеки президентом Ющенко з порушенням Конституції законів про військову службу. Я також не був політично призначений, я ж не був член партії, там, прихильник партії президента Кучми, чи Януковича, чи Ющенко. Я військовослужбовець, 33 роки кадрової служби. В итоге своєю малодушністю, к сожалению, Ющенко здав, а свалив все это на український народ, що типа, ну от же ж ви вибрали самі, тепер що, я тільки можу підписати все, у мене такі повноваження. Здав Януковичу всю эту структуру, всю Украину, всю неньку нашу сдал. И получился 14-й год. И война, кровь и тому подобное. То есть ющенковские силовики не смогли ничего отстоять. А все подумали, что ющенковские силовики отстаивают только Ющенко. А в итоге вышло что отстаивать? Идею. Вышло суверен Украины, они отстаивали. Но то ли по слабодушию, малодушию Ющенко этот суверен был продан и в 14 году смешен в крови. И точно так же можно сказать, что все граждане настолько были идиотически невразумленные, что тоже продали свою страну и попали под те же бомбежки на Донбассе, к сожалению, к большому. И мы же видим, до какого стопня, до какой степени идиотизм доходит. Человек-наводчик на той стороне наводил-наводил и донаводился, что разбомбили его дом. А ему пофигу. Он там где-то поднаркоманил еще себе пару домишек. Все ж поуезжали. То есть тут можно бомбить свои дома. Он переметнулся на ту сторону, там где люди поуезжали, хапанул там другие дома и живет себе припеваючи. То есть, голосуя за Януковича и же с ними подобными, неужели того хотели и добивались граждане Донбасса, так бы сказать, граждане Украины вообще?
То есть немного уже как бы понятнее, что Парасюковский национализм галицкий намного действенный и намного открытый и с новым временем идет в ногу, чем фарионовский интегральный, так сказать, национализм промаш, саш, мамаш и тому подобных пустословных параш. То есть доинтегралились до такой степени, что уже некому реально бороться, потому что против коррупционной власти и тому подобное, против деморализации общества и тому подобное, что уже почти все, не все, многие очень националистические, то как-то они себя называют, идентифицируют с признаками национализма, к себе пришивают его и говорят, мы националисты, а теперь мы, ну и они настолько подсели под марионеточность коррумпированной власти, что они только делают вид за дымом, такими мелкими шажками, такими маленькими пиаром штучками, чтобы только задовольнить взгляд населения, что ну да, они там что-то делают, но они же не могут, да, ну а что поделаешь, такое население, значит и они такие, раз население такое, а если население постсоветское, то что им быть с постсоветским, то есть такая головоломка получается, что и сам не гам, и другому не дам, как мамуля моя в детстве говорила. Получается, что они настолько доинтегралились, что из них никто не может быть лидером, который был бы репрезентательный во всем мире. Например, такой, как Саакашвили, который бы мог реально бы повести, как сам Саакашвили говорит, мне надо только поменять вот эту гнилую, паскудную власть, потому что ну, я уже не могу терпеть и тому подобное. А вы там дальше как-то управитесь, и мы за вами, естественно, будем наблюдать. И на то даже не способны группировки украинских националистов. И они говорят, что ну а мы только рыгаем от Пети. И вот представьте, да что ж представлять, когда оно воочию есть, такой ситуацион. Украинские, проукраинские, щирые, и я им верю, это братья все мои, наши, украинцы, щирые. И вот они говорят, что мы себя идентифицируем с УПА, с ОУН и так далее, и так далее. То есть все правильно они говорят с братьями нашими, которые геройски сражались за суверен, за отчизну, НЭК и тому подобное. И правые секторы, и другие проукраинские националистические объединения говорят, что от кавы на Майдане им хочется рыгать. Ну, тоже, да, хочется, конечно. Ну, всем многим порядочным патриотам от коррупции вот этой всей прикавленной на Майдане, тем более, ни в Иловайске, ни в Дебальцево, ни в Зданах, ни в кровопролитных, ни в тюрягах, там, где патриоты сидят по день сегодняшний, украинские националисты. А на Хрещатике, кава на Майдане, и им хочется рыгать. Представляете, бойцы УПА выходят в лесу на Галичине, еще где-то говорят, мы рыгаем на вас, НКВД. Ну, понятно, понятные вещи. Но мы и против Саакашвили тоже. Ну, чуть-чуть смахивает на вот ту жирную идиотку, которая с голая вылезла на Майдан и тому подобное. То есть, все получается, складывается в пазлы, как и говорил пан Смешко, что рабская душа, которая ну, не вышла еще из этого дерьма, вот этого раболепствия, только ей дай бразды правления, она начинает такие смурдить, такое, что не снилось еще и господам этих рабов. Так он и рассказывает, что вот вчера укрывались одной шинелькой, а завтра из этого дружбана вот такого выходит такое человекоподобие, такое уёбище или хуйло. Тогда, когда этот бывший дружбан получает власть, он начинает такую хрень, таким чужим становится. Тобто его съедает власть, его душу, совесть и тому подобное, духовность забирает власть, чувство власти. Когда ты имеешь власть, бабло и тому подобное распоряжается над другими. Людина слабка, и когда она приходит до влади, я сам в своем житті був свідком, коли у мене були друзі, яких я там 16 років йшов з ними від військового училища, воєнна академія, дійсно укривалися одною шинелью інколи. І я його брав в свою команду там, і він вже отримував посади, і безумовно рівень життя не то, що там гарнізони, 5-7 квартир змінених і нема свого житла,
кінцю 90-х років, але я не пізнавав цих людей, коли вони отримали владу і гроші. І це було страшне розочарування. Значить, виходить, що не готові к власті. І тому тільки ригати на тот тільки способне, виходить. І це ж ватажки українського націоналізму. Так що нам повторяти? Боротьбу чи ригання? Так що нам історично продовжувати? Как делала, как боролась УПА. Как боролась, а не то, что ей приписывают. Рыгание или борьбу. Выходит, из всего происшедшего за последние года национализм нормальный, человеческий, христианский, определяется не точкой сидения и под эту точку придумывания точки зрения с разными похожими на национализм идеологемами. А только в борьбе. Борьба. Есть такое слово. Боротьба. По-польску «валька». Выходит, нужно составлять рейтинг тех политологов, которых полезно слушать, и которых абсолютно не то, что бесполезно, а и вредно слушать про украинцев. Потому что многие, сука, политологи сученые, пользуясь украинской демократией, которая завоевана также и на крови. Потому что сначала свалили они за бугор, потом прибежали обратно, опять здесь штынять. И вот эти политоложки сейчас плетут херенейскую хрень, завладевая и деморализируя проукраинскую душу украинца, которая должна мотивировать украинца для борьбы и тому подобное. Рассказывают всякую хреномень, что ну вот же Трамп продал, обменял Украину. Вот посмотрите, аргументы такие. Променял, да, это же капитал, он же торгаш, обменял Украину на Сирию, теперь пойдет договорняк, никаких джавелинов нету, ничего такого. И тому подобная хренотень, как идея уже обсасывается, а потом вбрасывается. Идеологемы такие. Это что, получается, ну все пропало, да? Ну продал теперь, ну все ж, да, идите домой, да, сейчас придет Стрелков, кто там еще, Гиркины. Так ты, если уже говоришь об этом, политоложка, то давай ты семью свою бери вот этому Гиркину или Стрелкову и таким, как они, террористам, бери и отдавай семью свою, там, детей, туда учиться, школы их и тому подобное. Нет, оно, сука, сидит здесь, блин, и плетет всякую хрень, блин, впуская в наши головы нормальные, демократические, национальные и тому подобное. Вот такие хреноделия. Вот такие идеологемы. Вот как быть, как с этим бороться? Да никак, просто пропускать это помимо ушей. Пускай они говорят, пускай они оскверняют свою совесть, а Бог им судья уже. Так что пока у Украины, по крайней мере у тех, кто идентифицирует себя с Украиной, с национализмом украинским, очень простая задача. Рыгать или не рыгать? Быть или не быть? Пустить это все, да, нам плевать, нам рыгать на все это. Что там происходит, они все козлы. Так, я же говорю, так можно опять уподобиться не националистам, а вот этим политоложкам, что все пропало, все нас продали и тому подобное. А кто ж бороться тогда будет? Ну кто? Если все будут рыгать ходить. Дорыгались уже в совки. Так что, бачите, какие у нас дорогие студии, какие у нас шпалеры тут дорогие висять. Какие у нас способности медийные, чтобы какая-то хоть логика там, хоть какая-то проникала в какие-то умы, которые не способны на логику, которые способны только на набивание желудка и на свои эмпирические потребности. Пожал, посходил в туалет и тому подобное. Так если тут ничего не добивается нормального, то что уж говорить за границу. Кто там слышит нас, так, нормальных, так сказать, я так думаю. Win. That's all we need. Win. That's all we need.